На территории 41-го дорожно-эксплуатационного управления республиканского предприятия «Гомель Автодар» усяго одна специальная машина. Роторное обсталевание призначено для уборки снежных заносов вышиной от 1 метра. Покуль такого покрова нема, але певные проблемы для руху автотранспорта снег уже створил. Починаючи с 17 годин вечера понеделка, бригады дорожников бесперапынно находятся на трассах республиканского значения. Снег очень тяжелый, мокрый. При работе мазманов и вообще мазов с двумя ножами автомобили двигаются очень медленно, со скоростью 30-40 км в час. Больше не позволяет мощность. Мы расчищаем, потом делаем посыпку, и через часа 2-3 опять идем, он опять много снега, и опять расчищаем, опять обрабатываем покрытие. Покуль республиканские дороги опрацовывают солью, якая по сутности заявляется отходом вытворчества Беларусь-Калия. Коли температура опустится ниже за минус 10, реагент заменит. Увогуле выкарысовывать некие принципово новые сумеси дорожники не спешаются, тем больше, что все эксперименты, якие проводились у соседних краинах, закончились неудало. До этой зимы у республиканском предприятии автомобильных дорог Гомельской области нарыхтовали больше 10 тысяч тонн соли и амаль 60 тысяч тонн песчано-соляных сумесей. По соотношению цена-якость – это, бодай, самые эффективные реагенты. В селяким разе ничего лепшего для нашего климата пока еще никто не пропоновал. Ситуация на дорогах у Гомель-Автодары находится на постоянном контроле. Тем больше, что технологии позволяют не только сочить за ходом работ в реальном часе, але и с высокой ступенью вероятности прогнозовать изменения умов на дворе на конкретных участках. Дорожники кажут, что полностью готовы до работы в зимовый период, хоть звычайные для нашего климата перепады температур робить эту работу особливо складанной. За зимний период где-то получается 70-80 циклов, когда переход дороги через ноль. Это очень для асфальтобетонных покрытий, еще раз повторю, очень губительно. И появляется потом много дефектов, трещины, шелушения, ямочность. И вот период у нас март-апрель. Это самая большая работа для наших всех филиалов по восстановлению покрытия. Олег Сентюров, Валерий Юпанько, телерадиокомпания «Гомель».